пофиг. Так, чаптер 2. Ну чё, дети, а готовы нет, сорваться? Нет. Подожди, мне что-то сказал? Ребята, может не надо, давайте закончим записи, скажем, что мы пришли. Нет. Мы будем убегать от этого, короче, мы будем убегать от этого. Там, девушки-красавицы. А слышь, Доша, это же вроде мы вчера же по этому пути шли, да, получается? Да, мы там остановились, вот возле этих ворот мы остановились. Мы сейчас будем от девушки-красавицы убегать. Are you? I'm gay. За симки пошел разбираться, что могу сказать. Я передумал, я вернусь обратно. Ну все, какая. Дом. Девушка касается. Димон, упаси. Димон, упаси, господи, упаси. Слышь? От досика, от осика. Найдите. Найдите ключ сверху. Изи. Нам сказали. Ко мне. Да. Айда моя тетя. Я ключ ищу. Боюшки, батрёшки, бушкин кокошки, дурлю-лю. Чё, Сеньки, ты страх вообще потерял, что ли? Yes. А нет, я страх. Я ключ нашёл. А, меня съели. Как ж так вышло-то, блин? Так. Она меня в угол зажала и чё. Вообще, этот фонарик рубить. Открывайся, дверь! А он с фонарик сам врубается. А за кем как она пошла, включает? Ребят? А не за кем я пошла, она за тобой пошла. В смысле? Ну такая же. Эй, девушка. Если это не сказано. Да господи, у меня засвет не работает. Хед. Душа, пристыди, я тебя умоляю. Душа. А чё, она с тобой идет? А, нет. А чё, ты раньше не мог сказать, что а там она сюда не пойдет? Нет, заработал. У меня ключ от кого? У меня ключ от чего-то. Нам на первый этаж надо, пошлите на первый этаж. А, кстати, я там видел дверь, там вот где она куда пошла, там дверь. Там какая-то дверь. Эй, девушка, красавица. Слизь, семки дай, семки. Мать. Душа, там тупик. Кс-кс-кс-кс. Где? Кс-кс-кс-кс, ко мне. К ноге. Я скажу. А кошку там надо, подожди. Кошка, быстрее. Я бегу. Ай-яй-яй-яй-яй, ты меня по попу не трогай. Кошка, я быстрее, сюда, я ее не выдержу. Я иду. Ты для Димона мне специально. Дима, живи. Айдя, кс-кс-кс-кс, айдя ко мне. Ты что, дура? Нет, ты дура. Ладно, это не дура. Беги, придурок. Ты куда пошел? Какой вот ты просто, это куда попал, не мать? Ты чё издеваешься надо мной? Ты дверь открылась, ты не нажимай там на в той комнате. А иди отсюда. Кош, ты иди. Где кош? А беги, придурок! То куда? А я посъебал. Она с вашим мозгами. Она просто меня съела. Просто прям. А тебя съела? Она как-то у меня телепортирует, что ли, так сказать. Давай ты впереди, давай ты теперь я сзади. Да, иди покажи. У меня яркость по жопе пошла. Дайте вы меня-то, ребят, подождите. Вы меня бросили. Это давай там. Я самый смелый, дайте я первым пойду. Я самый смелый сегодня. Я вот сюда. Я иду, Дошик. Я пошел, до свидания. Куда, придурок, мать твою, на твой Дошик съест. Хорошая шутка. О господи, в смысле, Ран, куда бежать? В смысле? Куда? Мне вот Ран написал. А, Ран, just like you. А, они бежали прям как ты. Переводчик фигов ты. Что они с ними сделали? Девурсит. Что значит девурсит? Я сейчас обоссалась, тут голова вылезла. Девурит. Антошка, я тебе говорю, там не вылетит. Ага! Ой, Димон, то сейчас монстр будет 5 метров. Вот, вот прям очень скоро. А может ты не будешь спойлерить и заткнешься? Спойлерит он сидит. Ну. Да. Последних всегда быстрее убивают, так что да, кошка не последний. Я иду. Friends.
Я бежать. Встреча с другом. Где мой друг? Где? Я передумал. Я побежал. Димон, беги. Беги. You mama dance. Пожалуйста, откройте. Да ты спи, пожалуйста, откройте, пожалуйста. Да я тебя прошу. Она не может, да, же пройти здесь? Да я не могу. Ну нет, по идее. А тут, кстати, это... Да, не может. Бабочку ищите. Я нашел. Бабочку. А, и беди, короче, к двери, иди потом. Это ключ. Она у меня теперь... Это ключ. А погоди, а что мне найти? А я здесь записку нашел. А не бабочка. А, бабочка, вот она, нашел. Нашел. А вот бабочка. Все, бабочка моя. У меня вот... Хочу, а я тут беду. Тоже хочу. О, кстати, у нас видится нормально. Нет. Ну, кошку даже видно. Так, открывай. Ой, я пошел. В смысле, ты вот пошел? Вот это, Димон, ты посты тут, это коридоры по 5 метров, не? Вот ты посты, вот там, такие, красивые. Открываем блюдо. Димон, давай, еще дверка. Нам сюда? Ты первый, иди. Не, нам туда, дверь открылась, иди туда. А кто там стучится? Ну, никто не стучится, иди. Давай я с тобой пойду. Я не вижу, что-то вылезет, слушай. Да, кто-то там повторил. Mm-hmm. Открываем блюдо. О, мой френд, your mama, да? Берем бабочку. Идем найда. Кто-то или что-то... Испугались? Обосрался. Спасибо! От души. Душка от души просто в душу. Я знал. То есть, теперь я должен идти там. Кош, ты где там? Ты там ожили, да? Где-то? Нет. Чего? Господи, люди тебя. Испугались, обосрался. Я дверь же без вас открываю, которая тут весь. Там она в комнате. Кошка, нам не туда. Бабочка. О, белый свет в туннеле. А куда нам идти? Душек-то где? Свет в конце туннеля. А что, так можно было, что ли? Свет в конце туннеля. Да, я просто знаю тут первого. Ой-ой-ой! Бабочки! А кому чё это? На бабочку. На бабочку можно? Димон, босс, а вас ничего не завидует, то, что уже скорость появилась? Бежать можно. А. На этом наши полномочия все. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Я помогаю, мы с кошкой. Доширак. Да я ж пошутил. Я побежал по бабочкам. Бабочки покажут путь. Бабочкам? Мне кажется, они нас убьют. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ключик. А где ключик? Тут, кажется, ключ уехал. Раздевайся, мужик, да? Мне нужен ключ. Оу май. А вдруг у него сердце там нет? О, там где-то ключик должен быть, где-то ключик должен быть. Где-то, где-то я должен. Не удивлюсь, если нам надо монстра догнать и у него ключ добрать. Не знаю почему. Я не хочу туда. Он знает, здесь кто-то. О, есть 100%. Надо за бабочками идти, ребят. Здрасте, я пойду. Антон сегодня, значит, не выйдет, я пойду. А, здесь! Димон, за тобой идет! О, повезло. Повезло. Он ушел. Короче, я как помню, тут это, надо всю территорию осмотреть, тут где-то должна быть бабочка. Да какую всю территорию тут за бабочками идти и все? Нет, тут типа там дверь должна быть закрыта, и надо бабочку найти специально. Тут надо всю территорию осмотреть. А, кстати, я дверь нашёл. Вон, наверное, дверь закрыта около Димы. Да, здесь дверь. Бабочку с неба нельзя брать. А, да? Я думал, ты где бабочку с неба. Возьмите меня возле двери, я бабочку нашел. Кошка, иди сюда. Я так обосрался, я думал, он убежит уже. А он за тобой бежал, Димон, он за тобой бежал. Так он прям, повернул. Знаешь, он мою чуть руку не тронул, он меня чуть не цапнул. Ждите там возле двери, я за жопу. Да, мне что-то так за жопу хова. Дима!
И чё? Это мы в лабиринтах ходим. А я не знаю, что дальше будет. Я уже не знаю, погоди, что дальше будет. Погоди, да я яркость, да погоди-ка. Я побежал. Куда? Я бегу за душой. Вообще-то нам бабочку нужна, чтобы тут по темноте тупик. Ходить, ну ладно. Сколько там тупик? Давайте пешком пройдемся, что тут нормально вроде. Да, сейчас из угла кто-то вылетит и все. Вот тебе нормальная жизнь будет. Куда идти? Зачем идти? Погоди, а кошку где? Вот, кошка, вот. Стоять, тоже, куда я пошел? Она дальше убежала. Вроде как. Нет, она где-то там была, я видел ее. Душка, иди сюда. Ничего не напоминает. Пойди дальше, да. Пойди дальше. Погоди, Дошик, там стой где-то. Сейчас я кошку найду. Где она? Я не хочу, вот. Димон, я не хочу. Да я первый пойду туда. А да, давай быстрее, я не хочу. Там ты увидишь, кто сидит. Я не хочу туда идти. Где ты? Ай да. Сейчас, погоди, ай, дай я яркость добавлю. Ай, да. А, мы в школу, да, пришли, я понимаю. Че? А, ну пошли за семки разбираться, че? Как же хочешь, тяночку. Что ж было это предположение о твоем реальном чё? Семки есть? Давай, Дошка, быстрее её. Быстрее, пока она не шевелится. О май. Я сейчас лабиринт будет, я помню, что дальше. Сейчас лабиринт будет. Идите ключ, как спрятанную бабочку. Идите бабочку. Здесь кто-то бегает, я отвечаю, я просто слышу, кто-то ходит. Ой, Димон, там дальше... Ой, я не хочу. Эх, у всех башка вывернута. Димон? Я пойду. Ладно, кто не рискует, тот не мужик, я ворванул куда-то. Я с тобой. Я с тобой. Душик, ты знаешь, я сейчас к смерти ножи приведу, да? Да. Беги, господи. Беги, сука, беги! Ну что, там приключения на жопу нашли? Беги! Окошко где? Димон, знаешь, она даже сюда... Я бабочку еще останусь. Димон, он тут монстр, даже сюда может идти. Вот где мы сейчас находились. Она там бегает нормально. Да не сколько это не я ключ нашел! Он просто по прямой! Я обратно бегу! Ты ее нашел, я так скажу. Я ключ нашел, вы че не отвлекли? Вы че не отвлекли? А я ты че сразу? Она прям за там за мной такая бежит. Классно. Я высер. Привет. Салам алейкум. Вы взяли ключ? Взяли ключ? А кто это взял ключ? Ключ. Ключ. А я-то где? Я знаю, где ключ такой чувствую, да? Идите, отвлекайте. Ключ. Я взяла. Она а туби сожрёт. Она туби сожрёт. А теперь куда нужен ключ? А, я знаю, я вспомнила. Я ничего не вспомнила, но было интересно. Молодец. Так. Вы когда мы не вышли? Я подумал, это она выбежала, это Дошик. Дошик тем временем. Ууу, маджик. Вон та дверь с ключом. Вот она, открывайте. Если только знать, что... А там чё? Ой, не хочу, опять победить. Димон, ты первый. И ты у нас самый бесстрашный. Давай. Ой-ой. Танцую под глазом. Беги, куда глаза смотрят. Она где-то тут. Мы сейчас её найдём, мне кажется. Димон, боюсь за себя. Только ты меня нужен. Я нашел бабочку. Бабочка, обратно! Беги, сука, беги! Беги! Чё? Душик, не видите?
ты урги. Вы зачем ее ко мне повели, придурки? А че сразу мы? Айда со мной, вот бабочка нужна. Ой, господи, я обосрался. Бабочка. Я вижу, что кто-то за мной бежит. Я обосрался. Тоже, ты как ее не увидел еще? Давай. А ты как ее не увидел? Мне все просто, я вижу, там кто-то бежит этот. Пошел напрямую к ней. Я вижу, тебя поворачиваешь назад, там кошка ведет ее ко мне. Я только не чуть себе зачем наклеишь. Подождите, я сейчас буду просто молчать. Я, тут как бы чуть-чуть. Вообще, ребят, я смотрю. Фонарик умер. Откуда вы? Че? Откуда логика автора? А, нам здесь фонарики дали. Тут опять лабиринт. Запомните, да что опять лабиринт. Что ли? Ну? Лабиринт опять. Больно красивый лабиринт. Вот тебе лабиринт. Мы наконец-то встретились. Я не понимаю, чей это был голос в моей голове. Что это за леди в белом наряде? Найти выход, использовать вот эти вот бабочки как... Кого? А, как путь, ну, типа... Да-да-да-да-да. А, короче, надо опять бабочку найти внутри этого сада. Это самая проблема. Я ненавижу... Погоди, карта. Я карту нашел. Больно. А погоди, а где мы тогда сейчас находимся? Так, а мы где? Такой же вопрос. Ну, в одном из выходов. Ой, вернее, тупиков. В принципе, логично. Я просто не хочу побежать. Просто побежали. Давайте, тише. Давайте, кто не успокоит, тот не мужик, кроме кошки. Ты обратно бежишь, Димон, ты обратно бежишь. А, да? Ой. Я не знаю, рванул. Погоди, ну получается... Давайте пойдем пешком. Сюда, да? Зайц. Амик. Давайте пешком. Окошко где? А, вот я пошла. Тут тупик. Димон обратно, там тупик. Где? Куда? Ты где, Димон? Ты где сам? А вот здесь. Фу, дай сюда. Сюда, давай. О, первый карт добавит. А я думал, мы разделимся, не? Что-то нашла. Дай. Так кто это? Чё? А тут чё-то так темно? Два, три, четыре, пять, побежали. Нихера не вижу. А от кого мы бежим? Я не знаю, от кого мы бежим, но мы бежим. Зачем мы бежим? Нет. Ну, сейчас скоро закончится, и он вылезет. Давай, вот просто пешком идем. Вот такие вообще красивые. Я задницу чекаю сейчас. Дверка. Хорошо. Я не надеюсь, сейчас дождь увидит монстра. Чего фонарик не горит? Ты сына, не ходи. Ты такой... Чего фонарик начал гореть? Вот давай сюда. Дышка, она там. Ничего хорошего, еще и пропал. Тихо. Иди сюда. Так, давай сюда, Димон. Там сзади кто-то был, там сзади кто-то был! Ну чего сзади? Там никого нет! Беги! Я умер. Я живой, я еще живой. Я дверь нашел! У кого бабочка была? Я дверь нашел. Душки, я же сказал, там кто-то бежит. Это ты мне не поверил. Я прям краем глазом заметил. Я еще не понял, что кто-то бежит там. А я тебе говорил, ты мне не верил. Ты что-то сказал, что там кто-то есть или что-то такое? Я вообще ничего не понял. Ой, господи, боже мой, тетя! Я бот кекался сейчас. Ой, мама! Я видел тетю Мойти. Где кошку видел? Кошка на ушла. Ну где я вообще сдох? Где? Я не могу. Доша, где мы были, мы там. Тетя. Тетя! Я не помню туда путь.
Ты дурачок. Там тетя была. Давайте быстрее. Можно куда быстрее? Я не понял, где. Ну это не тот случайно был. Я нашел, где спрятаться можно. Подожди, Димон. Она там. Душик, душик назад, душик назад, душик, душик, душик ко мне, душик. Ты тоже душик из-за вечных искусков? Да. Пошли, душик. Он туда. Побежали. Не беги, сейчас она вылезет, у нас скорости нет. Она в другую сторону пошла, она просто в другую сторону пошла. Да еще здесь появится. Скажите, что она ко мне пошла. Так, а ты где, Дима? Испугаюсь, ты обосрался. Это... Иди сюда быстрее. Он за день выбежит. Господи, я боюсь ее. Ты думаешь, да, я ее не боюсь? Дальше. Ищи куда дверь, я не знаю. Вот дверь, вот дверь. Я опять к тому месту пошел. Мы опять к тому месту пошли. Где нужна бабочка? Господи! О, Господи! Погодите, стойте! Тихо, тихо, тихо. Дима, значит, Дима, монстр еще где-то тут должен быть. Сейчас проверим, где он. Кс-кс-кс. Да не может, побежали! Бозурак! Чё? Крадошек. Тихо, тихо, тихо. Куда он рванул? Кошка назади, кошка назади. Кто мучит? Кошка, это она. Кошка назади, придуршенная. Я в домике. В смысле? Так, у меня тут нету птичек. В смысле, дверь закрылась. Я срать хочу. Если я увижу ее, обосрусь на месте. Души, души, вроде души. Нету. Около меня. Побежали, просто побежали, кто не сколько не Димон. В смысле? Нет. Я голос просрал. И давайте все вместе. Пошли. Побежали. Короче, меня караулит. Я ничего не вижу. Куда идти? Мне кажется, мы сейчас с самого начала вернемся. Мне что-то тоже так кажется. Дверь открыта, Кась. Ать! Мон, дверь открыта сюда. Пошли сюда, быстрее. О, свет вернулись. Свет дальгает. Пошли, 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 быстрее. Мне кажется, мы кушаем, мне кажется, мы кругами ходим. Я шагом пойду, сейчас скорость подвигни, пожалуйста. Что на... Кто это прошел? Чё? Мать-то. Мать-то. Дима, это дверь проверять, кажется, в этой дверях бабочки. Кажется, в этой двери надо найти где-нибудь бабочку. Надо проверять. Короче, это чисело меня прошло. Душик, беги. Душик, беги. Душик, беги. Дима, кажется, она близко, это чучело. И куда нам бежать? Побежали прям. В дверь. Сюда иди. Мы тут были, уж. Давай подождем, когда она придет. Ты что так пугаешь, Димон, ты тыпнулся резко. Давай обязательно. Я знаю, где она. Придурок, мать твою, она там. Где? В крокоте. Иди сюда. Пошли. Она такая сзади за мной. Мы там уже были, Димон, мы там были уже. Да там другой вход, там другой вход был, я знаю. Я видел. Вот. Сюда. Димон. Мать. Ой, Димон. Мы в одном месте. Мать. Мать, это ты. Мать, привет. Я сотка. Вот у меня такое белье, что еда есть. Сельдь есть? Сотка есть. Куда ты? Просто, Димон. Опять дверь открыта. Мы там будем. Дверь открыта, значит, мы там будем. Души. Ходить. Е! Чё? Ты чё напугаешь? Я слышу её, мне кажется. Мать! Да твою ж мать, где здесь дверь?
Две, я нашел две, прямо еще не открывать. Душек, кто-то? И тут он в поле. Душек, придурок, не выстрелил! Не хочется плакать. Я думала, впереди! Димон, умирай. В смысле? Димон, умирай просто. Я жить еще хочу. Я жить еще хочу. Димон, ты жить хочешь, а ты умираешь? Хоть добрый, я все. Ты добрый. А я тебя тут подожду, пожалуй. Мать. А подожди. А, я тебя вижу, чап... ладно, я пойду. Подождите, это же чаптер третий, да? Это второй. А это знаешь, как второй. А второй? Она меня увидела! Ой, дебил! Димон, ну умри по-братски. Почему нет? Димон, умри по-братски. Я дверь дышу! Здесь ключа нету, вы чё издеваетесь? Я в тупик пришел еще. Она слишком какая-то скоростная. Димон, я жду тебя в начале, или Коша, я тоже жду в начале. Я жду тебя. Почему именно ты? Я мать отвлекаю. Ты иди, тут мать пьёшь. Идём. Иди сюда. О, дверь закрылись, здесь кроватка. Есть кто? Вот у меня такое обещание, что бабочку надо было где-то в начале дать. Ты думаешь? Да как бы она длитнулась, алло. Мне кажется, мы просто где-то комнату не нашли нужную. А мне кажется, бабушка где-то вообще в начале лежит. Интересно, у меня в татушках на теле есть бабочка? А, нет, она там. Шли? Сюда, погоди, она там сейчас. Ты стекло? Она... Куда ты? Ах ты ж, господи! Куда? А я в тупик пришел, мне жопа, мне большая жопа. Я подожду, пока вы лабиринт пойдете, хорошо? Шампунь сжимает инба. Увлажняет, как у шерсти зайцев. Ребят. Специально для Димон Гамес. Ребят, что? Я сад нашел. В смысле? Мой сад. Жизнь. Тут зеленые деревья, тут. Чё? Я слышу. Я просто бегу куда-то. Мать! Жрать хочу, мать! Дошик, здесь же три сада, нам надо этот сад найти же. Какой сад? Да твою мать, там карта, где ты же была, придурок, мать твою. Я убежал сначала. Она пробежала мимо домика. Мимо меня. А, значит, она ждёт домик. Здесь дверь. Цепочка. О, ещё домик. Что там? Она просто шустрее нас. И умнее. Ты чего ты взял? Не знаю. Я на самом деле тупой. Ты же не можешь решить задачу. Мать на всё способна. Ты темно, я дверь не вижу. Я не знаю, где вы вообще, но ладно, мы это пропустим. Ты чё орёшь? Да я её нашла! А. В смысле? Ну, дать я тебе там... А, чё? Ты чё так пугаешь? Ты чё так пугаешь? Ты меня напугал, идиот! Ты что, с ума сошел? Господи, я не знаю. Она за вами бежит? У меня мозг пошли. Она где? Она там, если что, Дошик. Дошик, она там. Я только оттуда пришел. Подожди, а мы хоть туда бежим? Сначала нам в эту сторону надо вообще? Я что знаю? Я вообще не знаю, где её, я одинок. Димон где-то вообще потерялся. Мне кажется, меня сейчас мать найдет и съест. Тут где-то дверь должна быть, да? Две, пожалуйста. Пожалуйста.
Ну, по сути, карта. Тут даже где-то будет дверь только. Ну, это не та дверь. Я заблудил. Я пошел. Я фонарь не работает нормально. Да тут фигово он не работает. Куда я пойду посмотрю. Я еще один сад нашел. Я ключ нашел. А, нет, я не ключ нашел. Блин. Так, значит, если вот тут вход, мы такие стоим, входим. Нет, это не то. Я понял, позже. Значит, сюда, прямо, туда. А, пожалуйста. Я, короче, еще один сад нашел, остался где-то еще последний сад найти, и все. Мы просто по кругу бегали, мы не туда бежали. Где ничего. Так, ладно, я сейчас найду тот сад, и получается, определюсь, где я, по сути. Так, Дошка, ты запомнил, да? Она рядом. Иди в попу. Дошек, давай присылай мне скрин. Зачем тебе присылать надо что-то? Еще бы секунду. Тима, она за тобой пошла. У меня сала нет. Но это не точно. Подожди, пока отправится. Мать. Ну, где Дошка? Тупая башка, дай пирожка. Да сейчас отправится. Сейчас все отправилось. Смотрите, зайдите. Фигово ты карту со скрином, слушай. Ой, пофигу. Я понимаю, куда бежать, знаешь, я понимаю, куда бежать. Погоди, это получается, я где-то сад просрал, да? Угу. Короче... Мы близко уже были к саду. Мне сейчас надо найти мать, чтобы она меня убила, и я реально сам наскринил это все. Ну что, Дошка карту-то ждать, это как мне на чего? Угу, я вход нашел, да? Точнее, выход. О, я сад нашел! Ля! Я сад нашел! Я бабочку нашел! О, повезло! Стой! Как обратно? Мать, убей меня, мать, давай, убивай! Да! А где? А где обратно? Где мать? Кошка, я тебя видел. Мать, ты где? Я мать потерял. Мать, салам алейкум. Я к началу вернулся, я с бабочкой к самому началу вернулся. А Димон, бабочка, вот. Погоди, вот, да, вот, где карта, где здесь карта? Да, сюда иди быстро. Сейчас быстро, я быстро. Сам лично заскриню эту карту грёбаную и пришлю себе. Ну что с тобой это? Да не надо мне присылать. Ты сам был. Смотри. Да. А я уже все запомнил, побежали. Так же Дошек через секунду, а куда бежать? Давайте вы меня должны охранять, я с бабочкой, потому что я ничего не знаю. Она первая кошка. Не понял. Давайте сюда, нам сюда. Ты куда пошел? За семь. Сюда. Я пошел мать отвлекать в Афину, ладно. Ну правильно, идем. Куда идем? С пяточком большой секрет. Кто не знает, где бычком. Тебе бычок, не мне бычок. Шел к нам. Нету. Куда мы идем? Вообще, мы не туда идем, отсюда надо. Я пока мать вообще не слышу, типа она сейчас вообще не шагает. Значит, ее рядом нет. Дима, ты куда пошел? Я пошел, где мать нет. Я не понимаю, куда он пошел вообще. Дошек, пошли! Она поет. Дошка, стой! Низи! Низи поет! Стой! Я слышал ее. Ладно, пошли, я первый. Погоди, стой! Дошек, лучше не стой рядом с Димой! Я посмотрю. Дошка, быстрее сюда! Пошли! Нам сюда как раз и надо. Дошек, беги! Кошка, беги, придурок! Мать, твою ж мать! Я спокоен, я потерял бабочку. А я жив. Идиот. Кошка бегает. Подождите, отвлекайте её, я вас прошу, отвлекайте ее, я пошел за новой бабочкой. Ты сейчас тебя опять просрешь, я не удивлюсь этому. Что-то я сегодня. Кстати, Дима, ты говорил, что он самый первый ее. Он сегодня уже не такой поглюк. Я сказал, что я не удивлен то, что Дошек ее просто. Я говорю, беги, тут стоит, что-то смотрит на меня.
Ага, значит, я дошка недалеко был. Я спокоен. Я выход нашел, Рель. Мать, привет. Ну ты господи! Да, я был близко с бабочкой. Я был близко с бабочкой. Здравляем. Я, наверное, пульса крестила. Она такая, о, привет, братишка. И убила меня. Ничего себе, мать. О, мать. Ре. Вернись, идиотка. Ой, я опять бабочку нашел. Я бабочку нашел. Я мать слышу, это самая проблема. Я просто буду по рандомному пути бежать. Я уже назад не помню пути просто. Они меня знают! Ну, мне кажется, что ты где-то близко был. Вот у меня такое предчувствие, то, что ты где-то близко был. Ладно, пошлите. Погодите, это вы вообще пошел? А куда? Значит, да, я был близко с тобой. Я близ с тобой! Я знаю путь! Где я знаю? Я точно помню путь, Димон, я на 100% помню путь. Айда за мной. Ты куда побежал? Не туда! Давай я реально с тобой пойду, я сейчас тоже бабочку возьму, а то ты знаешь тебя, ты сейчас помрешь опять. И мы не выйдем сегодня, я чувствую. Я ладно, давайте мы сейчас найдем этот гребаный выход и вернемся. Угу. Получается, там тупик. Здесь выход. Вот он здесь, вот здесь, поворот, вот здесь, выход. Да! О, слава яйцам. Наконец-то. Слава яйцам. А мне что делать? Мне что делать, подождите. Все, мы прошли, получается. А у меня не, я еще в лабиринте там. Чё? О. В смысле? Меня смотрит. Господи. Не, мы ушел. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дима Гомес, Кошка, Доширак. Всем пока. Всем пока. Короче, третью часть будем на 30 лайков снимать.